Всем привет. В общем, что сказать, побегал я по этой гаванне, повыполнял задания, довольно скучные и довольно нудные. Да. Но они нужны, чтобы денежек заработать и оружие купить. Да, я оружие купил. Самое бессмысленное, ну не бессмысленное, а самое печальное задание — это задание на убийство, которое вот выдаются голубятнями. Ни одного не осталось. Может, где-то есть. Печальность состоит в том, что за выполнение, ну, грубо говоря, за убийство дают 1000 рублей. Убийство человека, вы не забывайте. 1000 рублей всего. Ну, не рублей там. Неважно, рублей. А клинок более-менее нормальный стоит 15 тысяч, например. Ну, или 12, вот я купил. Это мне 12 мобов надо завалить, чтобы клинок себе купить. О чем, ребята, разработчики? Ну, как так может быть? Человеческая жизнь так дешево стоит? Не, ну я понимаю, что это игра, конечно, все такое, но... Есть ведь люди, которые могут подумать что-то свое. Ну ладно. В любом случае, я больше тут ничего делать не буду, потому что задание... Ну, вот я для примера, наверное, все-таки покажу. Где я вообще? Где я? Я не вижу. А, вот он я, что ли. Да не, даже показывать не буду. Нафиг. Пойдем к основной задание, короче. И все. Основное задание у нас вот сидит. Большое такое, толстое основное задание. Где же мой сахар? Как же мой сахар? Ну давай поговорим с тобой. Простите за скорый уход. Размолвка случилась. И не только у вас. О, господи. Простите, виноват. Не хотел, чтобы испанцы меня увидели. Ну что вы. К несчастью, солдаты конфисковали мой сахар и вашу сумку. Черт. А куда пошли? Боюсь, я без понятия. Эти господа могут знать, но мой испанский, мой молдат. И лучше не спрашивать. Черт! Ладно, нам надо вернуть мои карты. А сахар? В кальсонах унесем. Поживем, увидим. Сахар. Достал уже своим сахаром. Наймите танцовщиц и отвлеките. Чего? Орлиное зрение. Противники и животные, посвящающие красно, цели и задачи за золотистым. Орлины недоступны во время зрения, во время боя. Вы ведь не против, что я иду с вами? Проследите за стражей. Так, секундочку. Секундочку. Эй, девочки, пошли со мной. Назад. Чтобы сбить их с толку. Лучшая мысль за сегодня. Где мои танцовщицы-то? Не идут что-то за мной. Я сейчас уйду. Опс. Да, прощения просим. Нас задержал капитан. Да прыгай, что ли ты, ну... Какой... Меня в этой игре больше всего напрягает
то, что он ходит как черепаха. Он будет рад встретиться с вами. Только он должен явиться на повешение, сеньор. Правда? Я люблю. Да куда? Баран. Так, где они? Блин, еще один. Прекрасно. Особенно если Мендоса участвует. Он со мной еще за работу расплатился. Да, сэр. Капитан будет счастлив вам заплатить. У нас есть товар, сахар, уроки. Отлично. Твою мать, пятку тут взялся, на тебе по башке. Так, что надо нажать? Пошел к чертовой... Так, где они? Что-то всех подсвечивает, господи. Да ну что, вас всех, ну. Бредятина, вот правда. Где мои танцовщицы вообще? Чего они за мной не пошли? Я за что 150 рублей отдал? За просто так? Давай, пошел. Да почему потерялась-то? 17 секунд еще осталось. Ты невыносимо. Скоро начнется казнь. Главное не мешать. Да, вперед. Это невыносимо. Ну вон они, я их вижу, чё. Выследите, вот слежу. Чё надо-то? Вон они. Так, давай. Шустрее. Тут все так быстро бегают. Особенно меня прикалывает, как листочки это... летают от тебя со скоростью пули просто. Уже почти. Чтобы их поймать, это надо, я не знаю, на 3 кнопки сразу жать или на 4 даже. Вы перестанете бегать, нет? Черт, я сейчас их опять потеряю. Быстрее! Да блин, ну как потеряно? Ну 17 секунд еще было на экране. Ну вы что делаете? Да блин! Нет, это игра, конечно... Я, конечно, извиняюсь, но... Вот, теперь они меня видят почему-то. Какого хрена вы меня видите? Вы бежали в свою... Ну, бегите дальше, чё? Чё встали? Чё за бред, а? Тут куча народу ходит, нет, надо меня заметить. Тут полез, блин, дебил. Через стену-то вообще вижу.
Блин. Куда они делись? А, вот. Пипец, бегают. А это все по заборам норовит. Прямо не бежится. Че это за хрень? Как подслушать? Больше еще я должен ждать. Я не буду тратить на капитана весь день. Еще немного, сеньор. Ну давай быстрее, ну. Пипец. Перестанешь прилипать к заборам. Вы слушали разговор недостаточно долго. Что бы это значило? Опять что ли заново все? А, нет. Ну хоть так. Сколько еще я должен ждать? Я не буду тратить на капитана весь день. Как жди? Не жди, пошли! Черт, уреалы, мне нужен товар на продажу. Табак, ром, сахар. Си, си, есть сахар. Отобрали вчера у одного толстого англичанина. Англичанина? Да, но сахар с Барбадос, высший сок, мы доставили его в замок. Его хозяин затеял драку вчера, сам сбежал, а сахар бросил. Неплохо. Не отправиться в замок вместе с капитаном? Нет, капитан Мендоса сам отправит вам товар. Боже мой! Вот этот громила ваш капитан? Нет, сеньор. Это Эль Тибурон. Он человек губернатора. И чё? А, вот он. И чё, его надо грохнуть, что ли? Чё? А, проследите за капитаном. Пошли быстрее. Меня туда пустят, интересно. Отвлечь внимание. Не знаешь, что делать. А, вон ж. Че, украдите ключ у капитана. Эй! Почему ты обернулся-то, но? А, пофиг. Мы можем и так. Нате. Готов. А ключ где? Что? А, стоп. Вот где это, что ли, капитан? Проберитесь в тюрьму форта. Мне опять подсунули
Дерьмо, небось, какое-нибудь, нет? Фау! Вот это, конечно, весело. Что такое? Пошел к чертовой матери. Проберитесь. Не понял, что надо сделать? В тюрьму форта. Это где? А, вот. Это не близко. Ну что ты встал, давай. Убить. Сейчас будет бойня, наверное. Блин, что-то их тут многовато. Что такое? Ай, ты-то что упал, господи? Он должен был упасть, а не ты. Эх, тут их как собак. Давай сражнемся, ладно. Фиг с тобой. Я не понял, ты будешь бить или нет? Не-е-е, они меня походу тут сейчас завалят. Пошел, че встал? О, кретин! Смотри, они шпрыгают на меня. Я знаю, тут есть вот вход один. Не, я не знаю, за что так любят этот Assassin's Creed, честно говоря. Я в первую часть поиграл минут 30, и все, мне хватило. Бред сивой кобылы вообще. Но вот это вот вроде так чуть-чуть повеселее. Хотя тоже. Куча ненужных действий каких-то. Прилипания ко всему подряд. Особенно бесит бегание вот по крышам. Я не понимаю, зачем бегать по крышам? Земли мало, что ли? Сделали бы нормальную игру. Идея-то неплохая, в принципе, но... Так, что не туда опять, а? Это вот тоже мне надо, да? Я тут фрагментов анимуса понабрал еще. Идея-то неплохая, а вот реализация, вот это все, лазание, вот это что, обезьяна, что лазит везде? Лучше бы боевку сделали, как в Дарке. Вот было бы прикольно. Ах ты, паскудина. Ну, бей, что ли, его, ну. Готов. Анимашки-то прикольные, в принципе, да, они все. Комбо там, но не чувствуется. То есть вот я тупо жму на мышку, я не знаю, блокировать, отбить, там еще что-то и все. Я не чувствую бой вообще. А в Дарке чувствуешь каждый удар. Допустим. Вот я о чем. Вот зачем он спрятал шпаги? Зачем ты спрятал шпаги, скажи мне? Тут враги поблизости, ты шпаги прячешь. Не надо их прятать вообще, пока я не скажу. Я говорю, как-то так себе, в общем. Еще встретитесь со Стидом Боннетом. Новая задача. И где он? Опять на другом конце.
мира. Ну, вроде бы нет. Зато я могу вот сюда вот так вот. Быстрое перемещение недоступно. Почему? С какого переляху? Недоступно, недоступно. Вот так сделаем. Вау! Ну вот это весело, весело. Ничего не скажешь. Вот эти прыжки, конечно. Это весело. Плывет он достаточно весело. На корабле вообще мне понравилось. Плавать, стрелять, воевать. А вот боевка вообще никакущая. Ну, как бы один на один когда еще, да, еще как-то можно. Но они же тут толпой сразу нападают. Хотя, правда, не атакуют толпой, как правило. Но все равно не то, не то. Сахаром не вышло. Рук не хватило. Ничего страшного. У меня есть деньги, чтобы окупить поездку. Как ничего страшного? Ты пол игры твердишь про свой сахар. Пару недель. Затем на Барбадос к монотонной семейной жизни. Теперь уже забыл про него. Зачем вам эта тоска? Идите к Нассау. Живите вольной жизнью. Ха. Разве я не слыхал про пиратов Нассау? Это же притон. Нет, это приют свободных. О, боже. Вот приключение. Но нет, нет. Я муж и отец, у меня есть обязанности. Жизнь не только развлечение, Дункан. Эй, Боннет. Меня зовут Эдвард. Дункан лишь прозвище. И я пират. Еще скажи. Тайное имя для встречи с губернатором. Да, губернатор. Слишком уж я задержался. Ка пошел. 80%, 90%. Посмотреть прогресс, инсерт. Да и какой прогресс, господи, зачем он нужен, ваш прогресс? Продолжить. Так, и чё, курьер? Чё делать-то? Схватите, ограбьте посыльного. Где он? Готов. Грабить. Ага. И чё? Подобрать тело. А я его прикопнул, что ли? Одни убийства, вот. Пец, вот зачем? Зачем я его убил? Ладно. Рыбки хоть поедят. Так, у меня новая цель. Ага, стоп. Во-первых, вот эти огоньки, их надо собирать. Потому что это какие-то анимусы. 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 Прыгай. Ты чё, блин, баран, что ли, куда ты прыгнул? Долбень куска. А, вот этих вот рыбаков прикольно сталкивать. Сейчас покажу. Ну, этот уже очухался, а вот это вот сейчас. Сейчас. Так вот подходишь, так вот. Данч. Правда, сам упал тоже. И они полезли обратно. Они сразу быстро, в смысле, это, быстро обратно лезут. Завис. Опять свалился. Во-во-во, вот это вот уже было. Тинчик. И они, главное, не обижаются. Как будто так и надо. Ну ладно. Так, где этот анимбус? Он уже куда-то похерил. Здесь же где-то был вроде, нет? Фрагменты анимбуса. Анимбуса.
Так, где? Вы, девоньки, тут стойте, никуда не ходите. Я за вами еще приду. Как это забрать-то? Вот. Окей. Дальше что? Где-то цель вырисовалась. Так. Господин Олпол, я полагаю, основное задание. Окей. Так, мне надо вот сюда. Быстрое перемещение доступно. Хорошо. Да хорошо. Да хорошо. Уберите табличку с экрана, козлы. Вон он где. Где-то там. Вот спрыгивание с крыш, это тоже большой-большой проблем. Я, может, не умею, конечно. Но он просто так вот, так тихонечко не может, не умеет спрыгивать. Залезть. Открыть, если, допустим. Нет, открыть он тоже не умеет. Он умеет лазить. Вот просто так вот на землю не спустишься нифига. Так, стоп. Надо, я не туда побежал. Начать задание. А, вот. Господи. Что с других сторон? Мистер Дункан Олпол из Англии к губернатору. Полагаю, он меня ждет. Си, сеньор Уолбол. Энтре, пор фавор. Открывай ворота, пор фавор. В парике еще такой. Так, и что? Доберитесь до террасы. Нет, он бегать с ней не хочет. Я жму бег, и он, ему все равно. Он своей жизнью живет, я говорю. Он меня редко слушает вообще. Вот что бесит. Вот я начинаю движение, он пока расстелится и пойдет. Это вообще печаль. Вот, нажимаю. Нажал. И вот он только... Вот сейчас он только пошел. Секунду... Полторы секунды надо, чтобы разогнаться. А игра, между прочим, динамичная. Тут движение важно. Не ошибусь, предположив, что вы Дункан. Все верно. Я так и думал. Вот Роджерс. Большой. И я. Надо сказать, моя жена мало что смыслит в красоте. Че у них с рожами у всех? То есть? Жена. Когда-то вы виделись на бале маскараде у Персии. А, да-да. Назвала вас дьявольски красивым. Вероятно, просто хотела меня подразнить. Джулиан, наш почетный гость прибыл. Дункан Уолтон. А, Жюльен Дюкас. Надеюсь, вы не лукавите, переходя в наш орден. Ассасинов я не люблю, но лжецов ненавижу. Поверьте, я вас не разочарую. Готовы размяться, Дунка? Со стариком встретимся позже. Пистолет дали наконец-то. Господи. Вы взяли мои самые лучшие пистолеты. Пройдите стрелковый испытание, Роджерс. Так что берегите их. Буду лелеять их, как своих сыновей. Постреляйте, если хотите. Пообвыкнитесь. Как мне выбрать пистолет? У одного из моих соратников было 9 пистолетов. В бою неплохо, но лучше плавать с ними он не стал. Удерживайте, чтобы достать оружие. Хорошо. Жду, когда пистолет будет вмещать 4 пули. Сейчас Марокко. С моим другом Джеймс Пак. Он изобретает необычайные вещи. Манифик. Манифик. Это вам не автомат, нифига. И даже не револьвер. Ну чё, поговорите с хозяином. Испытание.
Итак. Итак. Задача очень проста. Поразите все мишени, пока в часах не кончился песок. А я что сейчас сделал только что? Помните? Просто так что ли стрелял? За отведенное время. Если бы еще мышка нормально вращалась. Давай быстрее, время идет. Ну это я не успею, конечно. Не ваш день, да? Не ваш, не ваш. Да, еще раз. Итак, задача очень проста. Поразите все мишени, пока уйди отсюда, не кончился песок. Помните, все мишени за отведенное время. Да, да, да. Я понял. Быстрее, ты кретина кусок. Перезаряжай. Да что ж такое-то, а? Чё не наш-то, я успел? Итак, задача очень проста. Поразите все мишени, пока в часах не кончился песок. Помните, все мишени за отведенное время. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Так, отлично. Хо-хоу, 350 ряпчиков дали. Окей. Чё ещё? Чё, поговорить с тобой? Башку тебе прострелили. Чё делать-то? А, о. Дункан, где ваши скрытые клинки? Для ассасина вы плохо вооружены. А, к несчастью, сломал их оба. Ага. Выбирайте. Где же вы их нашли? Я их не нашел. Я их забрал. Трофеи на память. Хо-хо-хо-хо. Трофейщик ты наш. Два клинка. Что дальше? Положено. Идите за хозяевами. Точно, да. О, бегать разрешили. Дункан, с ума сойти. Не волнуйте нас демонстрацией своих талантов. Да пожалуйста. Я... сейчас? Прошу. В ожидании вашего приезда мы подготовили пару испытаний. Досадно уезжать, не увидев вас в действии. Да, конечно. Раз есть время, я с радостью покажу, что умею. Вот. Видите? Приготовлено специально для вас. Прошу. Клинок в толпе. Самое простое. Без размаха. Быстрый. Скрытое убийство. Убийство врага скрытыми клинками. Незаметное действие. Вы останетесь в тени. Нажмите, чтобы убить цель поблизости. Покажите. Хорош. Еще что-нибудь. Давай на, вот на этом попробуем. Использовать стога сена как прикрытие. Некоторые объекты могут помочь вам укрыться. Двигайтесь в их направлении, проведите взаимодействие, чтобы стать невидимкой. Нажмите. Хоч! Хоп! Прикольно. Не, есть веселые моменты в игре, есть. Эффект неожиданности, так ведь? Особенно если бить из-за угла. Так, скрытое убийство. Убийство также можно совершать, смешавшись с толпой или из угла. Из какого угла? Смешавшись с толпой. Нажмите, чтобы убить цель поблизости. И как? Очень умно. Убийства в воздухе по-своему прекрасны, хоть и привлекают внимание. Покажете?
Убийство в воздухе. При помощи лазания вы можете выполнять убийство в воздухе. При помощи лазания. Давай. Cool. Так. Что надо сделать? Нажмите, когда противник подсвечен. Сейчас подсвечен. Опс. А возможно ли нанести роковой удар на бегу? Подбегите противнику и ударьте. Ты колодезный. Какой сильный удар. Чудесно. Ассасины вас хорошо обучили, Дунка. Вы очень вовремя решили их оставить. Сильно рискуя при том. Предательство ассасинов вредно для здоровья. Выпивка, говорят, тоже, но такого рода опасности меня манят. А по какому делу вы здесь, сэр? Помощник губернатора, быть может? Или впервые тут так же, как и я? Пистолеты, сабли, пушки, бомбы. Я с радостью продам все то, чем можно убивать. Контрабандист, скажем. А как поживает ваша супруга, капитан Роджерс? Она тоже здесь, в Гаване? Живу надеждой, но вестей нет. Я больше года истреблял пиратов на Мадагаскаре. Разогнать этих негодяев было непросто, но мы справились. В будущем, надеюсь, использовать ту же тактику в Вест-Индии. И что вы сделали с ними? Все просто. Пираты невежественны, как макаки. Я дал им выбор. Принять прощение и вернуться в Англию нищими, но свободными, или же быть повешенными. А, видимо, Нассау ваша новая цель. Прозорливо, Дункан, именно. Удачи вам. Я все, что ли? Идите за хозяином. За хозяевами. Опс. Великий магистр! Господин Дункан Уолпол прибыл. Магистр Йода. Си. И зеленки. Мы вас ждали неделю назад. Прошу прощения. Мой корабль захватили пираты. Едва уцелел. Я прибыл лишь вчера. Досадно. Простите за назойливость, но удалось ли вам спасти все то, что было обещано мне? О да, сэр, удалось. Инкрибли. Ассасины добились большего, чем мы думали, но нас им не остановить. Рад, наконец, встретиться с вами, Дункан. Добро пожаловать. Прошу, нам есть что обсудить. Наконец, все в сборе. И какое пестрое общество. Англия, Франция, Испания. Граждане прогнивших империй. Но теперь вы тамплиеры, тайные подлинные правители мира. Прошу, дайте мне руки. Помните нашу общую цель. Вести всех заблудших, пока не найдут дороги. Вести пылающих страстью, пока не утолят сердца. Он на безымянный палец кольца надевает. Да уж. Пока не умерят разум. Во имя Отца Понимания. Приступим же. Десятки лет назад совет доверил мне найти в Вест-Индии забытое место, которое наши предки называли обсерваторией. Украсть, украсть. Смотрите, можно. Взгляните на эти изображения и запомните их. В них скрыта важная история. Уже два десятилетия я пытаюсь найти обсерваторию. Там нормально так. Спрятан инструмент невероятной важности рублей и силы. Некоего рода армиллярная сфера.
Ограбьте всех тамплиеров. А, возможность следить за каждым человеком на земле, где бы он ни находился. Это статуя. Нет. Представьте, что будет в нашей власти. Тогда между людьми не будет больше секретов. Оп. Ни лжи, ни обмана. Нормально так. Справедливости. Вот зачем нам обсерватория. Опа. И то, что в ней должно стать нашим. А мы знаем, где она? Пока они там рассусоливаются. Короче, карма почистил. Прикол. Истинного мудреца они видели уже 45 лет. Дайте посмотреть, что там. Уверены, что он не шарлатан. Мы полностью уверены. Хоть болтать, что мне делать, скажут лучше. Несомненно. Но благодаря Дункану и сведениям, что он привез, ассасины перестанут нам докучать. Каким сведениям? Все станет ясно завтра, господа, когда вы встретитесь с мудрецом. А пока давайте пить. Этот магистр еще и мудрец есть, обалдеть. Мы найдем обсерваторию вместе. Ведь тогда короли падут, духовенство отступит, а сердца мира станут нашими. О, 100% класс. Ну, ладно. На этом, пожалуй, серию и закончим. Всем пока.